Поехали. Меня зовут Алиса. Мне 7 лет. Мне 8 лет. Я хочу стать актрисой, потому что актрисы много зарабатывают. Мне вообще нравится эта профессия. Я занималась раньше, и мне понравилось. Поехали. Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел бы стать телеведущим, потому что это всегда ты узнаешь много нового в других сферах и в новых областях что-то узнаешь. Я увлекаюсь музыкой, спортом. Также ученик. 2-1. Поехали. Меня зовут Никита. Мне 5 лет. Я люблю смотреть Барбоскины. Голосуйте же меня. Поехали. Здравствуйте, меня зовут Задорожный Валентин. Я родился и живу в Ростове-на-Дону. Я хочу быть телеведущим, потому что мне нравится рассказывать о событиях недели и новостях. Мне 11 лет. Голосуйте за меня. Меня зовут Катя. Мне 3 года. Я хочу стать телеведущим. Молодец. Или скажи, что сегодня котенком ты стала. Я сегодня котенком стала. Поехали. Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне 18 лет, и сейчас я поступаю в университет. И просто проходя мимо, решила участвовать в этом кастинге, потому что, может быть, это поможет мне в будущем. Так что голосуйте за меня, я считаю, что это очень интересное предложение. Привет, Hello TV, меня зовут Маргарита, я прохожу кастинг на телеведущую. Я знаю, что у меня получится, я умею, я могу, поэтому выбирай, голосуй, я жду, я чувствую, что ты проголосуешь за меня, именно ты. Спасибо, ребят. Привет, меня зовут Настя, яркая, классная, хочу стать еще ярче, засветиться на телевидении. Если ты такой же, то голосуй за меня. Здравствуйте, меня зовут Алена. Я очень хотела стать журналистом, я собираюсь поступать на журфак. Я бы хотела стать ведущей. Я очень общительная, позитивная, добрая. Общаться со звездами. Мне это очень интересно. Я предлагаю голосовать за меня. Спасибо. Держи. Меня зовут Лизочка. Я Лиза. Ой, красивая какая девочка. Ну, говори. Меня зовут Лизочка. Что ты не стесняйся, малыш? Давай. Ладно, можешь позже подойдем, что-то не получится.